Вы боитесь планировать, знакомо? Боитесь то, что ваш план не станет успешным, и вы получите еще одну психологическую травму? Пытались исправить эту ситуацию несколько раз, но начинали планировать с чего-то грандиозного, по типу завоевания Галлии. Все дело здесь в большом количестве уже нанесенных вашей психике психологических травм. Дело в том, что любой невыполненный план, даже небольшой, он наносит травму психике. И наоборот, выполненный даже небольшой план, он делает противоположное. На самом деле здесь все дело в том, что у вас не было профессионального инструмента планирования. Это то же самое, что вы хотите повесить карниз на бетонную стену, но у вас нет перфоратора. Конечно же, это будет сложно или практически невозможно, а с перфоратором это будет, ну, достаточно простое дело. То же самое и с планированием. Это не сложнее, чем научиться езде на велосипеде, но для этого необходим профессиональный инструмент планирования, и такой инструмент существует и работает. Можете заходить и регистрироваться, это Netty. К тому же вы поддержите российских производителей программного обеспечения и себя самих.